Здравствуйте. Поехали. Оборотом? Да. Вдруг вы не ко мне, откуда я знаю. Так, нам пристегнуть. Зачем? Пищит? Нет, мы все пристегнуть. Не надо. Если вам удобно, то так, Вася. Да, жарко. Лен, я просто до этого я замерзла. Мне просто я сел в машину, там жарко. Погода еще такая, то жарко, то холодно. Ну да. Я сейчас в пальто был, в торговый центр зашел, вот эту курточку купил себе. Прикольно. Ну, мне карманы понравились такие, видишь? Да. Прикольно. Ну, такие, что можно раз. Да. Да. Слушай, такой вопрос, да? Серьезно. Ну не серьезно, а такое просто любопытство. А серьезно? Вот есть там девушки, да, которые там, ну, таксисты, просто это я тебе говорю не свои слова, а именно байки таксистов, либо реально, либо я не знаю, там, которые там оплачивают натурой за там, за такси. А тебе можно натурой? Нет. Нет? Что-то у вас дешево как-то. 170 рублей. Дадите сдачу, если понравится. Нет? Спасибо. Которые платить мне еще не помогали. То есть я, получается, должна платить за секс? Получается, да. Нет, получается не так. Все так плохо со мной? Не, ну по факту. Нет, получается не так. Получается, что типа у меня денег нет, и я плачу на то. Бесплатно. Да? Чего я так плохо выгляжу? Нет, я имею в виду, ну не знаю, ну блин, для кого-то это монета разменная, для меня это как-то, ну не знаю. Замужем? Нет. Парень есть? Нет. Тем более, ты что проблем? Нет, спасибо, я как-то... Сама справилась, хотела сказать. Шутка зачетная. Поехали, сетях не работает. Понятно. Не, ну просто смотрю, он стоит, думаю, мало ли он кого-то приедет. Пешеход? Ну да. Все, спасибо большое. Спасибо вам. Давай, удачи. А там можно выехать? Да. Там можно же выехать? Да, прямо и налево. Все вас так предлагают.